Андрей, расскажи о ходе матча и прокомментируй, пожалуйста, результат. Что сегодня у команды не получилось и почему не удалось добиться положительного результата? Ну, конечно, не хочется же особо пенять на качество газона, но считаю, это сыграло свою роль. Где-то не до конца мы из-за этого могли играть в свой футбол, быстрый комбинационный. Ну, понятно, пора года, поле не очень хорошего состояния, но оно как для нас, так и для соперника было одинаковым. Что не получилось, ну не знаю, мне кажется, моментов мы создали предостаточно, просто не удалось реализовать их в полной мере. Вот, считаю, там, если, ну, считаю, переиграли соперника, вот, должны были просто забить гол. Вот, не хватило гола просто, и все, моментов было куча. Сегодня ты, особенно в первом тайме, много бил по воротам, наверное, раза три. Ты успел приложиться, скажи, такое задание тренерского штаба или просто карты так сложились? Да, ну, я считаю, ну, показывался просто под удар, поджимал при атаке в зоне подбора, и так складывалось, что мяч отскакивал мне, то есть сбрасывали партнеры, оставался, ну, так, скажем так, в зоне поражения, поэтому считаю, что особенно по такому газону нужно было больше ударов наносить, вот, к сожалению, не попал. Не везет мне пока что с этим, но надеюсь, дальше удача улыбнется больше. Наша команда проведет 3 домашних матча подряд. Как ты считаешь, это подспорье в начале сезона, особенно для новичков, или же не имеет особого значения? Да нет, конечно, всегда дома приятнее играть при родных трибунах, поддержке болельщиков, особенно если атмосфера будет такая же, как и на первых матчах. Это дает дополнительную мотивацию, гонит команду вперед. Вот, надеюсь, эти 3 игры ближайших домашних сложатся для нас удачно. Будем стараться. Нужны только победы. Спасибо.